Сержант ППС города Горки начал телеграф в одно ускорение. Документики ваши можно увидеть? Так, хорошо. По какой причине я должен предоставлять свои документы? Ориентировки пришли. Какие ориентировки? Обычные ориентировки. Ну, какие ориентировки? Ну, пришла ориентировка, мы должны... Террористи... Ну что, по какой причине-то... Проверять документы. ...подана ориентировка-то? Это обычная проверка документов, гражданин, ничего страшного. Ну, а по какой причине... Вы документы были? Я еще раз говорю, просто мы проверяем паспорта. Вдруг вы находитесь в федеральном розыске? А можно вас поправить? Просто я у вас работаю. Вы должны просто, если человек спрашивает, на каком основании, должны показать ориентировочку. А мы не дали бы... ориентировочки. Ну, вы ему предъявили, да, ориентировочку? Ничего мне не предъявили. Вы предъявили ему ориентировку? Вы у меня спрашиваете, что ли? Нет, а вот у сотрудника проявили ориентировку. У меня с собой нет ориентировок. Ну, значит, но я могу на полном основании сейчас просто брать и не предоставлять удостоверение. Вот, я вам предоставил только что удостоверение. Только давайте ты сейчас не будешь постоянно запрашивать, что у меня статья. Если вы хотите отправить на него паспорта, то отправляйте мне. Ну, я могу отправить с радостью, если захочу. Если у меня сейчас статья, конечно, вылетит. Так, вы мне паспорт будете предъявлять? Так ты мне ориентировку даже не дал. У меня нет с собой ориентировок. Ну, паспорт будете предъявлять или нет? Ну, и получается, нету причины для проверки паспортов, так как нет ориентировки. Если ты я меня посадишь... Это обычная проверка документов, гражданин. Так, а по какой причине ты мне не отвечаешь? Обычная проверка документов, мы проверяем. А почему? Мне паспорт будете предъявлять, или я вас сейчас задержу за неподчинение? Если ты меня задержишь, я на тебя жалобу напишу. Хорошо? За неподчинение. То, что вы не подчиняетесь, у меня паспорт какой-то. Нет, подожди, в смысле не подчиняюсь? Ты ко мне сейчас подошел, говоришь, просто дайте, пожалуйста, ваш паспорт. Ну, ты да, представился. Говоришь, типа, причина ориентировка, ты мне ее даже не предоставил. Слушай, вообще круто. Я говорю, мы просто проверяем документы. Вы будете показывать паспорт или нет? Так я хочу узнать, по какой причине ориентировка. Я вам еще раз говорю, внеплановая проверка документов. А почему внеплановая? Хорошо, я могу... Нет, ты как-то быстро причины меняешь. То внеплановая проверка паспортов, то ориентировка. Ты определись, хорошо? Вы паспорт будете предъявлять или нет? Так подожди, я предоставлю с радостью, только ты мне скажи, пожалуйста, что у тебя там, какие причины это были? Женя, вы паспорт будете предъявлять или нет? Да сейчас все предъявлю. А, ты даже так? Хорошо. Тогда я буду вынужден вас задержать. Ты дурак, что? Я уже паспорт хотел. Тебя... Алло. Вот, да, вот, все правильно, 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 правильно. Вообще, круто. Алло, у меня нормально статья из-за тебя вылетела. Алло, чувак, ты понимаешь, я тебя на форум солю. Чувак, господи, вообще... Че, ты такой вообще сержант, я тебе так отвечу, что ты вообще играть не умеешь. Ты знаешь вообще, кто я нас в советском? Александр, что ты творишь? Да, давайте просто убейте его, вот серьезно, вот просто остановись. Давай его убьем. Да, остановись его, просто кулаками забьем. Меня так насрать, вообще, а я не могу даже. Давай этот. А ты нажимай этот, F нажми, то есть зажми, короче, правую кнопку мыши, и над ним должен появиться треугольник, и ты F нажимай. Кстати, ты троих держишь, это плохо. Не умирай. Конечно, у него броня и 200 этот хп. Я вас отвезу, он пока занят еще вот этим. Вот, короче, он тебя не посадит. Все будет хорошо. Не, если он посадит, я на форму его напишу. У меня уже статья есть. В любом случае, типа.
Ты что так вообще не предъявляешь, как это твои проблемы? Чувак, ты понимаешь, ты мне кинул последнее предупреждение через это ТАП? Это не поселение, ты понимаешь, ты мне кинул последнее предупреждение через ТАП? Оно у меня не прошло, и ты меня уже начал заковывать, ты понимаешь? Это нон-РП. К тому же ты мне даже причину не сказал, алло. Я... Мы едем в Подмосковье. Ну, это хорошо. Чувак, это ты вообще, господи, не понимаю тебя. У тебя вроде 26 левел, а ты такой вообще нулевый, отвечаю вообще. Александр, кидай мне деньги. Да повезли его в Подмосковье куда-нибудь. О, мы нарушаем скорость, кстати. А ему пофигу, его уволили. Да, если, понимаешь, если... У меня уже чуваки эти... ДПСники мне штраф просто так выписали. Я даже не думал, что если меня этот чел посадит, я буду две жалобы писать. Господи. Сколько минут осталось у него? Сколько времени? Ну, еще 30. Нормально, отвези куда-нибудь в такое место, знаешь, типа. Нормально такое. А, кстати, он уже этот, он, я у него буду в наручниках, он ничего сделать-то не сможет, по сути-то. Если он свой, он сейчас вообще ничего сделать не сможет. Еще 15. 15 секунд? Нормально. Угонит сюда. А ты можешь сейчас резко в воду завернуть? Заверни в воду, я умру и от наручников освобожусь. Все, погнали. А, все. Алло. А почему ты, кстати, по нему стреляешь? Это... Я просто пошел лайки попрашивать. А ты меня сейчас взял вообще. Сколько минут осталось? Стой, 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 чувак, можешь меня убить? Убей меня. Господи, ты это понимаешь, он уезжает, он на транспортном средстве, у него есть дохрена ремок. Да, 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 да. Кстати, ты просто на ЛТС быстренько доедем и все. О, я форум напишу, слушай. Убей меня. А ты, даже, слушай, ты меня даже не по ручкам. Слушай, ты знаешь, я тебя сливаю, вот я не знаю... Готовься, да у тебя выговор. Давай. Я серьезно говорю, у тебя выговор висеть будет. Ты меня на своем транспортном средстве сейчас позволишь. А, господи, чувак, я прошу сейчас. Я потом форум ребята зайду чек. Да, вот, чувак, давай поспорим на 30 косарей. Если, короче, жалоба будет в течение часа я на ДПСника жалобу писать буду, потом на тебя напишу, хорошо? Давай. Ты меня еще даже не по ручкам. О, чувак, это еще круче. Ну, не по ручкам. Ручки ты не по ручкам меня в свой в ТС-ку посадил. Где ручки были? Где? У меня на фиксацию идет мальчик. Ты не понимаешь даже, кто я. Давай, короче, полковника или генерала сюда. Если ты не позовешь, это еще круче. Нет, я серьезно говорю, полковника мне сюда зови. У тебя сначала будет подчинение, а потом ты как делаешь? Я приписываюсь еще. Что ты сказал? Ну, полковника можешь сюда позвать или кого у генерала? Потому что, ну, ты правда самый беспредельный, я отвечаю, типа. Слушай, я даже на советском до майора дослужился, я там ни разу таких сержиков не видел. Вы все ППС ГРК вообще, что ли, чокнутые какие-то? Молодец, молодец. Я знаю, что я молодец, конечно. Конечно, я молодец. Кто же еще молодец? У тебя молодец, а ты не молодец. Я давай ожидаю полковника. Ну или генерала. Потому что если я их не увижу, чувак, ты понимаешь, я тебя уже сливаю, по сути. Хотя могу даже на форум не писать, могу сразу этому генералу слить. Тоже без ручек, кстати. Так.
Так, давай, пожалуйста, ты мне сейчас позовешь генерала либо полковника, пожалуйста. Я понимаю, что у тебя что-то плохое происходит под фуражкой, но можешь генерала или полковника позвать, пожалуйста? Типа. Видеорегистратор. Ага. Да, вижу. Вижу, вижу. Да, конечно, прикольно. Это на всякий. Чё говоришь? Тебя плохо слышно, кстати. А чё ты разбираться-то начал? Ой, блин, неплохо стало. Слушай. Кстати, ты мне удостоверение что-то не предоставил. Я хотел тебе паспорт дать. Нет, ты даже разбираться не начал. Типа, вдруг я удостоверение хотел еще раз твое увидеть. Типа. Кстати, у меня уже статья висит. Куда ты? Ты че? Чувак, ты понимаешь, что слитый? У тебя выговор уже есть, считай. Ай, да, господи. Я, наверное, первым на тебя напишу даже. Аж дай. Чем просто фармится, ясно.